Здравствуйте, передо мной Ильяс. Представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ильяс Рустамов. Скажи, волнуешься? Сейчас. 21 октября уже не за горами. Да, волнения перед боем нет, если будет только во время того, когда мы уже будем находиться непосредственно в раздевалке, ну и перед самим поединком. Хорошо, скажи, я знаю, что ты достаточно далеко шагнул в своей технике, боксирование я имею в виду. Как вообще ты себя чувствуешь? Ну, в плане прогресса это все благодаря моему тренеру Максу Воровскому. Также я еще работаю с Владимиром Скоркиным, который корректирует некоторые моменты в моей технике. Чувствую себя отлично. В этом плане я свободно как бы боксирую. То есть абсолютно готов? Готов. Скажи, а каких боев ты ждешь от Explosion? Может быть, что-то особенное, кто-то особенный? От Explosion я жду большое количество эмоций, будет очень горячий вечер. Все, кто придут на место, не пожалеют. Будет очень много интересных и достойных боев. А Пок Билл, твой соперник, он имеет за спиной более 56 матчей боев. Скажи, пожалуйста, как ты себя оцениваешь? Тайский бокс, его конек. Что у тебя? Чем ты будешь лучше? Его послужной список меня ни капли не смущает. Я знаю, да, я видел его технику. Он работает, ну, в тайском стиле, естественно, потому что он таец. Мой стиль будет больше К1, прессинг и больше работы руками. Скажи, расскажи, пожалуйста, больше о своем опыте с Максимом Воровским, именно об этой работе совместной. Что ты приобрел, может быть, что-то для себя вынес новое? С Максом Воровским мы начали сотрудничать с 2013 года, я пришел к нему, начал у него заниматься. С того момента он подтянул мне технику, мой стиль мы сделали, ну, такой более прессинг, вот, и остальное вы все увидите в ринге. Что мы все не рассказывай, да? Да. Хорошо, почему 21 октября мы все должны прийти на Explosion? И особенно хочу узнать твою точку зрения, почему мы должны прийти именно те, кто совсем никогда не был на таких мероприятиях? Что мы должны там увидеть? Вы получите кучу эмоций, тех, которых вы в жизни обычно не увидите. Будет очень интересно и захватывающе. Будут очень острые моменты. Это мотивация для других молодых людей, для того, чтобы заниматься такого вида спорта? Естественно, мотивация, конечно, да. Ты когда приходишь, находишься в этой атмосфере, в этом вечере тебя заряжает. Тебе хочется что-то творить, хочется тоже как бы присутствовать. Участвовать в такой ситуации как бы. Хорошо, спасибо. Всех ждем на Explosion 21 октября. Увидимся.